Всем привет, народ! Всем снова приветствовать на канале Руль Блайф. Это короткое, чисто информационное видео, без монтажа и обработки. Сейчас я его сниму и сразу же залью на YouTube. В общем, такая ситуация, ребят, произошла. Многие из вас уже в курсе. Кто-то, кто смотрит меня только на YouTube, вообще не вдупляет, что происходит. В общем, сегодня у нас 2 февраля. 2021 года, если что. Вчера, 1 февраля, мне заблокировали мой аккаунт в ТикТоке. Если кто-то из вас не знает, опять же, скажу, что у меня был ТикТок-аккаунт, который я создал 2 сентября прошлого года. И на вчерашний день на моем ТикТок-аккаунте было 177 тысяч подписчиков. Вчера этот аккаунт заблокировали. Заблокировали его, видимо, окончательно. Администрация ТикТока не идет на встречу, не идет на какой-то контакт нормальный, на какие-то переговоры. Там все мутно, непонятно. Там идут стандартные отписки, шаблонные, типа ваш аккаунт заблокирован за многочисленные нарушения правил. Каких именно правил, в каких видео, что я нарушил, что я сделал, никто ничего не поясняет, не объясняет и объяснять, видимо, не собирается. Сейчас я еще раз им написал, вот жду ответ, прошли уже практически сутки, пока ничего не отвечают, но, в общем, я думаю, что аккаунт вернуть, скорее всего, не удастся. В связи с этим, по многочисленным просьбам в директ, в Инстаграм, на Ютубе, везде, я зарегистрировал резервный аккаунт. Ссылка на новый аккаунт ТикТок будет в описании под этим видео. Самая первая ссылка будет вот. Что будет дальше, ребят, я не знаю. Зарегистрировал я, значит, этот резервный аккаунт, но то, что я буду там снимать, я не гарантирую. Очень, знаете, как-то это все обидно получилось. Получается, что ТикТок — это такая система, где любой школьник прыщавый, глупый, может нажать на кнопку «жалоба», и никто даже не будет разбираться, кто прав, кто виноват. Если есть жалоба, значит, видео блокируется. Я не снимал ничего противозаконного, я не снимал ничего запрещенного, я не делал ничего никому плохого. За что? За что заблокировали аккаунт, над которым я работал полгода? 177 тысяч подписчиков. Это полгода неспанных ночей путью. Я старался, я пилил эти видео, я монтировал, я отвечал всем на комментарии, я практически каждому пытался ответить на комментарии, я ночами на них отвечал, до 4 часов утра я отвечал на комментарии в ТикТоке. Ради чего? Ради чего? Ради того, чтобы в один прекрасный день просто все схлопнули и все. Смысл вести еще один аккаунт? Мне многие пишут, заведи второй аккаунт, опять так же поднимешься. Блин, ну а зачем? Зачем? Раз они подают, просто фурами разгружают жалобы на мой контент, значит, он никому не нужен. А если он никому не нужен, то зачем? Я буду надрываться, зачем я буду... Я не знаю. Да, мне нравится снимать, мне очень нравилось снимать для ТикТока, но... Блин, ну, если это никому не надо, и если все вот так заканчивается, то... Обидно, обидно, и... Я не знаю. В общем, я не знаю, ребят, что будет дальше в ТикТоке. Для Ютуба я как снимал, так и буду снимать. Но что будет дальше у меня в ТикТоке, я не знаю. Во-первых, до конца еще не закончены переговоры с администрацией ТикТок. Может быть, что-то все-таки удастся выяснить. В чем я, конечно, очень сомневаюсь, но какая-то... Вот такая надежда еще есть. Вот. А так, если аккаунт все-таки вернуть не удастся, или хотя бы какие-то видео оттуда достать, то тогда я уже не знаю. Я не знаю,
Буду ли я еще один аккаунт пытаться вести или не буду, я не знаю. В общем, посмотрим. Но вы в любом случае, те, кто пришли сюда на YouTube из ТикТока, вы на всякий случай подписывайтесь на резервный аккаунт, хотя бы чтобы не потерять связь. Дальше посмотрим. Обо всем по поводу ТикТока буду информировать вас в новом аккаунте. Вот. Ну а YouTube продолжает жить своей жизнью все как было раньше. Всем спасибо за внимание. Всем пока.